нашем районе. Видите, здесь разный транспорт. Впереди. Как этот транспорт называется? Грузовой. Грузовой транспорт. Жалко, не показала вам. Интересно. Поедем в магазин, в спортивный магазин. Надо купить пару гантелек и резиночку такую для домашнего занятия легким спортом, скажем так. Сейчас повыбираем с вами. Там уже снимали, весь не будем делать. Это уже не интересно никому. Странно, что здесь пробки нету в будний день. Удивительно. Здесь обычно всегда стоит кошмарная пробка. Тут сужение дороги идет с эстакады. Какие слова знаю. Румынские полицейские регулируют пробку, видите, вручную останавливают машины. Я только что сказала, что пробок нет, беру свои слова обратно. Видите, какая форма у них. Медали получше. Медали получше, да? Да нет, ну, нормально. Стоит такое ощущение, что это рэп отбивает, рэпчин. Танцует. Они пропускают. А, скоряк едет, скорый. Скорый. Скорая. Сейчас заезжаем в этот. Называется Милитари. Шоппинг-центр. О, здесь очень много всяких магазинов, кафе, Starbucks. Starbucks уже неоправданно дорогой стал, мы перестали пить кофе там. Говорят, что в Турции там вообще уже тоже нереальных денег стоит чашка кофе. Давайте Старбаксу бойкот объявим. Угу. Что-то совсем уже подприпухли. Мы вот едем сейчас в Декатлон. Вот там дальше и налево. Вон, видишь. Может, здесь пошатаемся с вами еще чуть-чуть. Я камеру даже сегодня не брала, взяла только телефон. Не планировала ничего снимать, уже говорит, да задолбала. Ты уже со своим шопингом, магазинами и так далее. Ничего, ничего, друзья, потерпите чуть-чуть. У нас для вас есть еще интересные, будут интересные влоги. Мы опять будем уезжать на несколько дней. Поэтому потерпите чуть-чуть вот эти вот тошнотные посещения магазинов. А что ты там делаешь? Проверяешь? Улыбаемся и машем рукой. Фу, кто это тебе тут сделал? Это даже перо осталось, видишь? Как было смачно. Так, ладно, все. Сейчас ветер будет задувать, будет. Задувать будет тебе в голову ветер. А у меня все нормально. Так, Декатлон, потом немножко тут потусим. Что-нибудь интересное. Ну, мы в Декатлон по-быстрому. Нам надо я же сказала уже, да, купить кое-что для дома, для домашнего занятия спорта. Вот такие резинки сейчас очень последняя тема, как говорится, для домашнего использования. Такая резиночка для рук, допустим, чтобы утром встать и подкачаться. Стоит такая 44. Это на 25 килограмм получается. Вот. Утяжелители тут очень дорогие. Не знаю, чем это связано. Сейчас еще поищем что-нибудь. В общем, ничего мы не купили. Пойдем гулять по торговым площадям. Ничего не захотели, дорого. И, в общем, очень душно было. Кондиционеры не работают. На улице 38. Ой, закончится когда-нибудь это лето. Интересно. Сейчас следующая неделя здесь тоже в Бухаресте обещают до 40. Опять возвращается. Сегодня был дождь, но это какая-то насмешка была, честное слово. Здесь тоже есть СНД, Вайкики и так далее. H&M. Много всяких брендов. Здесь есть такая тоже сеть спортивных магазинов, называется Sportissimo. Там, кстати, бывают хорошие скидки и, может быть, что-нибудь интересное для нас. Мы же типа спортсмены. О,
типа, понимаете? Много одежды всякой спортивной, обуви. Я в этой же магазине, по-моему, купила вот эти кроссовки, вот Соломоны. Да. Униловские футболки симпатичные. Мне нравится очень эта фирма Унил. 22 евро. Сережа все по бейсболкам прикалывается. Все не может себе найти свою идеальную бейсболку. Это какая-то... Ну, она ни вида, ни формы не имеет. Идем туда посмотрим. Такой маленький спортиссимо. Куча кроссовок. Кстати, здесь хорошие скидки у них бывают на спортивную обувь. Вот эти Сережины кроссовки. А, да, точно, мы же показывали. Купили за 100 леев. Отличные спортивные классные кроссовки. Нормальные, очень удобные. Легенькие такие. Со скидком. С кем? По скидкам. По скидкам, да. Андермон. 229, 260. 119 такие. Смотрите, кроссовки, шлепки. О, блин, 48 размер вообще огромнейший. Вот Адидасы. Что? Что красивый побежал? А, вот эти, да. Это же той же фирмы, что у тебя, да? Да. Какая-то фирма, не знаю. Нет, я хотел сначала такие купить, а потом надо были другие. Угу. Я думаю, они более дорогие. Куча всего. Мечей много. Здесь бывает, так можно нарваться на хорошие скидки. Вот Соломон, смотрите, какие. Мне нравится теперь этот бренд. Стоит 559, больше 100 баксов тут стоит Соломон. Такие же, как у меня, только мужские. Как вы видите, всего навалом. Детское много. Скетчерс. Детские такие, смотрите, симпатичные. 219. 229. Найки легкие. Вот тут прохладно, нормально, хоть кондиционер работает, хоть нормально как ты себя ощущаешь. Так, мне нужен туда, в район штучный, скажем так, где там для фитнеса все. Где это? Типа гантельки. Все же, говорит, в Лидле там по хорошей цене. Может, сейчас в Лидл еще съездим. Так, здесь все для туристов, эти палатки и так далее. Наверное, нам точно не сюда. Что-то я тут не наблюдаю. Простые гантели. 2-2,5 килограммовых. В торговый центр нарвались на бахлава. Не только в Турции. 6 лей за 100 грамм. 36 лир за 100 грамм. То есть 360 лир за килограмм. Сколько сейчас пахлава? На пишите. На родине. На нашей общей. Родина у нас одна, да? На данный момент. Неплохо, неплохо. 155 лей такие тортики стоят, красивые. Так, таушан. Таушан это. Да, мы проходим мимо этих тортиков, нас это не сильно интересует. Давайте посмотрим, что продают в общепите. В общепите все красиво. Салаты, оливье, капуста. Это, скорее всего, пюре обжаренное, сосиски всякие, франкфуртские, пятитейки. Картошка жареная с грунтичкой. Выглядит все очень аппетитно. Хорошо, что мы дома поели. Да. Так, немножко еды вам. В Ашан сейчас зайдем, посмотрим тоже в пару отдельчиков. Честно, друзья, я Сереже говорю, может быть, не будем ничего выпускать, вообще ни о чем, да? Как-то не клеится сегодня что-то. Мы вообще не планировали снимать. Ничего не купили. Тупо походили по спортивным магазинам. Мы зашли в большой Ашан. Зашли в большой Ашан, взяли большую корзину. Очень главное красиво. Взять большую корзину. Все остальное. Так, что здесь у нас? Здесь у нас техника, телевизоры. А, фен нам надо посмотреть. Сейчас в Лидле хорошая цена на фен. 36 лей, хороший фен. 59, да, извиняюсь. Я все время как-то преуменьшаю значение. Это очень много всяких бритв, фены. Ну, здесь 137,85 Philips.
Вот, кстати, Philips нормальный. Лиза говорит, хороший возьмите. 20, вообще 20 лифен. 49. 20, наверное, будет работать. Ну да, вообще 20. Ну что это? Это получается 120 лир. Так, ну, такого вообще не может быть в природе. Не знаю, что это за фирма. Квилли. Кстати, вот видите, очень много у нее всяких и всяких этих самых депиляторов и так далее. Ну, Сереж, этой фирмы, кстати, очень много. Посмотри, депиляторы и эти. Это просто местная, наверное, фирма. Может быть, она не такая дорогая. Я не знаю. Не знаешь? Я очень сомневаюсь. Ладно. Так, сколько может, стоит? Горение 345 лей. Горение. Samsung 415, меньше 100 баксов. Смотрите, какая классная. Это не маленькие. А что тебе надо? Разогреть, вот что? Что тебе надо? Просто, говорю, маленькие. Так она и хорошо, зачем нам большая? Вот у нас как раз под нашу ту самую столешницу вот такая Samsung подойдет. Непонятно. Смотрите, какая прикольная кофеварка 679, красная. Блестящая такая, симпатичная. Кондиционеры 529, Electrolux 373, нормальная цена, кстати, вообще 335, 329, 339, Deo, Kandi, Kandi 295, Hyundai, смотрите, это, а вот это уже получается духовки, да, электродуховка, или это гриль, тупо гриль, да, наверное, Deo, стоит 330, это 80 долларов, примерно, стоит. А, да? Слушай, симпатичная. Серег, мне нравится вот такая за 360 Deo. Смотри, она такая интересная. Под нашу кухню, знаешь. Тут нормальные цены. Я думаю, может быть, все-таки взять. Надо маленькую. Зачем нам большую? Нам разогревать. Под хай-тек такой, да? Симпатичная. 335. Смотрите, какая интересная. Ну, что? Ну, можно подумать о том, что... Смотрите, 36, 1800 лир. Стоят вот такие вот бренды? Напишите, пожалуйста. Беко есть турецкая. Ну, давайте посмотрим. Беко турецкая. 329. Пересчет вы сейчас видите. Беко. Чисто турецкий бренд. А ну-ка, сколько она сейчас, интересно, в Турции, в Алании стоит? Я понимаю, что вы, может быть, и не знаете, но мало ли кто-нибудь сталкивался, покупал. Напишите вот последние цены крайние, что они сейчас оценивают Беко. Беко вообще была не самая дешевая фирма всегда. Мы, когда выбирали нашу технику в домой, выбирали между Арчеликом и Беко. Беко был на порядок выше по цене. Смотри, сколько этого бренда. Ты считаешь, он плохой? Он завален, весь Ашан завален ими, этой фирмы. Я не настаиваю. Можно купить и Philips пойти. Вообще без проблем. Мне вот фен не нужен. Почему? Как-то сложилось. Сложилось, да? А, вот эти сифоны. Вставляются такие бутыли. Вот они, еще раз показываю. Это уже показывала в Карфуре. Это все только один отдел посуды. Дальше текстиль для дома идет. Просто огромнейшее дело. Сереж, с правой стороны где-то для спортсменов, то есть для нас. Нет, не для спортсменов там. Констовары. Сейчас, кстати, к школе все готовятся. Здесь тоже с детьми ходят, покупают констовары и так далее. Здесь хозяйственный отдел, кстати, нам нужно. Ой, какая хорошая цена, 5,45. Нам очень сильно нужен пакет для мусора. Прям сильно. А лучше два. Мы покупали по 15, по 20, здесь 5,45. Нормально, сэкономили 50%. Химия пошла, очень много всего. Завал. Уже потихоньку надо будет... На следующей неделе начинать собирать, покупать кое-какие там лекарства, кое-какие вещи, кое-какие продукты. Уже будем потихоньку собираться с вами. Я уже составила списки. Вот. И выгребать потихонечку, квартиру вымывать. Если завернут нас, вернемся, так хоть чистую квартиру. Вымытую. Или все для спорта. Вот такая маленькая коробочка с тремя гантельками. Это то, что как раз мне не надо. Что, мы еще в Лидл поедем? Сережа там говорит, есть. Тогда не будем стоять в очереди ради двух пакетов.
Согласен? Ашана Грумин, конечно. Я думаю, что можно выйти, выходить и не париться. Да? А если очередь? Еще у меня такой походный набор нужен. Сколько она здесь стоит? 9. А есть магазин Пепка здесь. Здесь дешевле. Вот такие, знаете, штучки. О, замочки, кстати, 6,90 нормальные. 6,70 маленький замочек. Тоже надо было бы. Ну, люблю всякие такие вещи. Вот всякие вот такие вот всячести. Что это такое? Сумка просто. Это что? Тоже просто сумка, шопер. Ничего особенного. Ну, людьми разглядывают всякую всячину. Это что за яйца? Фаберже. Для Пасхи уже готовятся. Ну, не знаю. Еще, наверное, стой лежат. Да. Рай для автомобилистов. Сереже всегда в этом деле всегда что-то надо. Он, правда, сам не знает что, но что-то надо всегда. Всегда какие-то гаечки, какие-то штучки, какие-то эти, всегда что-то нужно. О, эти самые, это автомобильные, да, получается, держалки? Для автомобиля. Может быть, купишь нормальную себе, чтобы тебе не слетал постоянно телефон? Зажмешь его и это самое. Уж постоянно по навигатору у нас магнитная штука, и он постоянно улетает на пол. Кстати, ценник, ну, нормальный, более-менее адекватный. 23 лей стоит. Не так уж и дорого. Возьмешь? Ну, может, отсюда тебе не будет вылетать? Я не представляю, куда он крепится. А-а-а. Тоже, наверное, на какой-то липучке, да? Или на магните. Слушай, тебе не надо вот это вот? Полно здесь этих антифриза. За 9,25. Антигель. Вот он. Отлично. Кто так с Ашана выходил с такой покупкой? Мы вообще первый раз с такого огромного супермаркета выходим с двумя мусорными пакетами. Это еще не все. Чтобы отсюда выйти, нужно приложить сканеру штрих-код. Сейчас откроет. Смотрите. Просто хрен выйдешь отсюда. Видите? На нанотехнологии. Короче, отоварились мы нехило, да? Это что? Вообще. Нехило отоварились, два мешка с мусорных купили. Так вот, немножко неудачно у нас получилось, хотели взять. Ну, ничего. Те гантели, которые были в Декатлоне, они, ну, очень дорогие. Очень. Две гантели около 500 лир стоят. Мне кажется, это дорого. Не хочешь? Ничего? Прикинь, нет. Сережа ничего не хочет, прикиньте. Да, вроде бы, да. Так и нет? А некуда. А просто попить. Попить что ты хочешь? Я что хочу, то хочу. А? Что хочу, то хочу, знаешь ли. Кофе, водка. Где? А, вот. Вот попробую вот это, я еще не пробовала. Возьму сейчас капучино. Представляете, мы сытые вообще. Просто, я считаю, недопустимо. Машине, ехать, хочу. Теперь у нас все по-честному. Мне кофе, Сереже вкусности. Что там присмотрел себе? Ну, там есть эти бублички с вишнями, с ванилинчиком. Я можешь тебя найду. Мне забрать? Давай, один тебе, один мне. Ну ладно, я сейчас положу себе в сумку пакеты. Набью себе сумку мусорными пакетами, свою красивую сумку. Набью мусорными пакетами. Сереже бублики, мне теперь кофе. Так, кофеечек 6 лей стоит. Сейчас накроем его крышечкой с вами. Так, какая у меня-то маленькая? Вот это. Так, все. Интересно, вкусные или нет. Смотрим, что Сережа там все покупает. Все, есть.
Сережа возле выпечки всегда. Где Сережу можно найти? Сережу можно найти возле выпечки. Смотрите, какая. Какие бублики. Сосиска в тесте красивая. 6,50 стоит. 5,50 такой бублик. Вот эти шикарные. Да, пиццы, смотрите, какие. Пиццы, пончики, Лиза. Лиза сейчас, о боже. А, это как берлинская сдоба, или как она называется, да? Пицца 8 за кусок, я так понимаю, 8 лей. Кусочек 170 грамм. Покажи, что ты купил, похвастайся. Пицца, кстати, пицца здесь вкусная, очень вкусная. Так, нюхаем запах все, нюхаем быстренько все. Ой, как выпечкой вкусно, пахнет свежей. О, а там. Сереж, подожди, сейчас. Иди сюда, на секунду. Спросите, ради чего вы, друзья наши, приехали в столь отдаленный район города? Чтобы купить кофе и два бублика, и два мусорных пакета. H&M, видите? А вам слабо? H&M, видите? Все, проходим мимо. Мы не сняли в прошлый раз H&M, потому что там очень сильно гремела музыка. Это было бы мучение для вас и для нас. Невозможно было нормально ничего показать. Так что H&M остался без нашего внимания. Потому что аси баклава турецкая. Скоро. На ваших экранах будет уже наша любимая Турция. Так, что еще по еде, да? Хотите еду? Значит, здесь тоже какой-то фастфуд. Песочек, какие-то рыбка, да. Ой, мы не голодные, доходим, нам безразлично, правда же? Конечно, лупает бублики с вишней, ему безразлично. Рустик. И имя чье-то, что ли? Голубцы, видите? Рыба. Вот тут такое прямо зашкваренное все. Ну, в общем, фастфуда здесь очень много разного. Ну, он здесь не очень так, чтобы фастфуд. Да, вот в Молдавии, Молдове, да. Нет, я здесь прям полноценно можно. Да. Не, вот Молдова нам осталась в памяти как вкуснейшие столовые, вкуснейшие кафе. Там очень вкусно. Суп в хлебе, помнишь? Суп в хлебе. Вы помните, мы ели суп в хлебе? Да. Мы его не можем забыть. На улице очень жарко. Ребята, опять вернулось это пекло сумасшедшее под 40. Я уже думала, что мы вздохнем спокойно. Уже ночью начали спать нормально. А сегодня опять. Так, я даже кофе не попробовала. Иду ля-ля-ля-ля-ля-ля. Так. Кофе. Ну, такое. Но зато мы в Starbucks не пошли. За 6 лей кофе купили, а в Starbucks уже 20 с чем-то лей. Чего ты там, Сереж? Чего там заметил? Концерт? Видите, я даже ни кусочка бублика не попробовала. Даже не попросила у Сережи. Вот все-таки сила воли у меня есть. Если я решила что-то, то все. Как отрезала. Ой, хорошо, хоть вы с нами. Везде гуляете. Знаете, как здорово. Мы не одни, мы с вами. Серега хочет вот такую штуку. Говорит, привезем Турцию, будем в аренду сдавать. 1149 он стоит. Это получается почти $300. Оно нам надо? $50 в день запаса. $50 в день на надувную эту? Это выход. О, боже, ну почему? Смотрел на себя. Подошел на себя посмотреть, да. Вернулись опять в Декатлон. Сейчас все-таки Сережа говорила, купи мне эти утяжелители для зарядки. Гантели не буду покупать, потому что там в совокупности получится дорого все. Купим эти утяжелители и на руки, и на ноги, и все. Нормально. Вот, смотрите, значит, 69 лей пара вот такая стоит. То есть на руки, на ноги и ходить вечером, и ходить на дорожке, утяжелители. Так быстрее, я уже, ну, как бы пробовала такой метод, он очень-очень действенный. Так быстрее слетает.
Вот, ну и упражнения с ними делать. Я думала, 69 стоит одна, прикинь. Если 70, тогда я еще возьму что-нибудь себе. Тогда я еще гантельки возьму себе. Гантельки – это фигня. Да? Возьми на себя эту резинку, это 54, не парься. Зачем мне эта резинка? Вот такая вот, 7-килограммовая. Да? А ну покажи, как ты с ней будешь работать. Давай. Видите, тут какие приспособы прикольные. Ну давай. Ну давай. Не знают, как это на себя навернуть. Так. Ага. Надо еще будет в Ютубе посмотреть, как работают с ней. Ну давай. В общем, на стуле мы и то возьмем. Так вот, можно поставить, как экспандер. Не, я такого в жизни растяну. Мне сил не хватит. На 7 килограмм берем, 54 получается. 54. Ну, такое, но на самом деле это чухня. Ну, полная чухня. Лучше вот за 44 вот эту вот резинку взять. Да. Еще спортивную футболку взяла, себе розовую. Сейчас по скидке она идет 40 лей стоит. Нормальная такая. У меня нету футболки, в чем заниматься. Поэтому берем это и это. Угу. Все, выходим. Надо остановиться уметь. Мэджик показать. Один. Короче, положили сюда, оно ничего не сканирует. Вот кладешь сюда, оно там все автоматически видит, вы понимаете? Все? Нет, там не высветилось. Карт? Да, да. Индикатрон карт? Декатрон карт? Как так они видят это? Ну, короче, я не поняла, как это так. Она, мы положили просто в эту яму, и она полностью все считала. Ну, сканеры стоят, просто как она... Ну, студия... Что это? Дело? А, пин-код. Веди, пожалуйста. Не покажу вам пин-код. В общем, они убрали полностью всех продавцов. Теперь вот это вот... Гопотня сейчас вот это вот будет у каждого второго практически. Не, ну, по большому счету удобно. По большому счету удобно, да. Ну, главное, не надо ничего сканировать. Закинул в эту корзину и все. Все, Сережа, спасибо тебе за то, что ты... Держи. Самое, такой что, добрый. Спречками дают? А? Спречками дают? Спречками дали, нифига себе, прикиньте. Вот они прощелкали. Охренеть можно. Спасибо тебе, благодарю тебя, Сережа, что ты такой добрый ко мне. Да? Мне утяжелители, а Сереже бублики, понимаете, вот так вот. Так справедливое распределение в мире. Женщине утяжелители со спортивной кофтой, мужчины бублики. Что поделать? Так и живем. Ладно, наш влог прогулки по магазинам закончился. Не переключайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Нас ждет очень много интересного. Мы очень, очень что-то придумали интересное. Смотрите, не пропускайте, пожалуйста. А чтобы не пропустить, нажимайте на колокольчик. Если вы нажмете на колокольчик, вам придет обязательно уведомление. Краски же выпустили новое офигительное видео. То, что вы никогда не видели. Но... Что ты ела сегодня, Депре? Я сегодня ничего не ела вообще. Меня припарила сегодня погода, и меня, знаешь... Уже мозги расплавились. Все, мы домой. Завтра спорт. А, мы еще вечером ходим, кстати. Теперь гуляем тоже перед сном по нашему району, по нашему кондомидиуму. Может быть, сегодня еще вечерком прогуляемся. Мы, честно, сегодня уже тут нагулялись, но еще погуляем. Вот. Вот наступил вечер поздний. Мы вышли на пешеходную прогулку. Мы гуляем здесь, в нашем кондоминиуме, очень большой. Видите, с двух сторон такие четырехэтажные невысокие дома. А наш дом, вот он находится, высотка. Вот он. Это все большая территория, одна. Несколько вот этих домов и наши два дома. Здесь много паркинга. И вот так вечером мы несколько, где-то, ну, сколько раз, да? 4-5 кругов таких делаем. Ну, километра 2,5-3. Угу. Давайте посмотрим, какие машины у людей. Это самый простой район окраина Бухареста.
вообще хрен знает где. Вообще он даже находится в метрах 100 от знака Бухарест. Ну, короче, замкадыши. Замкадыши, да. Посмотрим, какие у людей машины. Opel Insignia, Audi. Так ты сейчас блестить, хочешь блестить да, знания да. машины? Значит, X5. Так, что еще у людей здесь Skoda. Есть? Volts. Volkswagen, это, скорее всего, Polo. Нет, не Polo, чуть побольше. Ага. Нет. Volkswagen Caddy, да? Такую мы хотели купить. Нет, это не Volkswagen Caddy. Это Volkswagen. Это Volkswagen Tiguan. А, Tiguan, да. Заболевший Touareg, да? BMW. Не знаю, только Skoda, и в основном европейцы такие. Да, видно, что с Германии привезли. Много, да, много немцев. Очень много сейчас Tesla мы стали замечать в городе. BMW на каждом шагу. Здесь, ты знаешь, здесь хорошая программа других машин, электро, скажем так. Вот, допустим, стоит маленький. Вот, ну это обычный. Тирок. Пятик. Который в Турции стоит космических денег. Ну, да. Если мы показывали там немножко. Вот, вот новый Volkswagen. Это Volkswagen Golf. Угу. Свежего поколения. Audi. Все румынские номера. Volkswagen Universal. Да, это старенький. Это дача. Passat. Наша любимая, да? Дача, да, я здесь собираюсь. Мерседесы, вон Kia Sportage новый стоит, BMW. Ну, в общем, большинство BMW, большинство Audi. Вот. Ну, в общем, все. Жук. Мерседес Ешка стоит. Мерседес Ешка. Так, впереди там беседка нет, такая там. Цешечка. Всем привет. Будем. Да, пьем водичку и наматываем шаги. Перед сном, помимо спортзала, сегодня вышла без утяжелителей. Будем замазывать сейчас темно. Угу. Диафрагма срабатывает позже, можем быть смазанными. Ничего страшного, я смазанная очень хорошо выгляжу. Да. Да. Пока. Вот. Вот эти. Да? Итальянцы. Итальянцы, да. Так, во дворе. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Да, очень похоже на итальянцев. Что, вот когда приедем уже домой, в Аланию, будем по набережной с вами гулять, ходить быстро, будем ездить на самокатах. От Кыргыджака до Клеопатры. Четко пахнет пицца пепперони. Это перчик, салями. Сыр, прям перчик зеленый такой, да? Угу. Ты сейчас со зрителями разговариваешь. Ну, тоже. Я сейчас, да, просто что-то резануло полностью. Запахи здесь, конечно, шикарные. Вот здесь у них детские площадки, эти как беседочки. Вечерами соседи собираются здесь и до ночи, до поздней, до 12 балакают. Там дети на площадке играют. Детской. А там поле. Справа и слева, и прямо поля. Так тут можно походить и ночью смотреть на звезды, да, Сережа? Получается нет. Город всего засвечивает. Да, город засвечивает. Да. Я говорю, надо выходить утром на улицу и поздно вечером, когда уже солнце село, потому что днем опять наступила жара. Ну, потому что я отхожу, я на широкой этой самой, ты ко мне подходишь, такой большой-большой становишься в экране. Да. Ну, так вот, ходим, смотрим, как живут люди. Нам интересно, как обычные люди живут. Практически в рабочем районе живем. Ну да, то есть это не элитка, там ничего там, скажем так, домики простые. Да. Скажем так. Внутри сделаны намного лучше, чем турецкие дома. А снаружи турецкие более, дома? Более правильно и так далее. Вот, а снаружи турецкие дома симпатичнее, красивее. То есть, ну, вот именно выкрашены, красивее оформлены. Выкрашены. И так далее. Здесь стоит улица, как бы улица, да, есть. Вот обычные. Тоже. Ни газонов, ни вазонов. Нет, у них на той стороне... На первом этаже все, каждый себе палисадничек сделал, я понял, понимаешь? Я понял, но это же, знаешь, приятнее всегда, допустим, когда ты подъезжаешь там, к дому,
тебя есть какие-то там приблуды. Да, где-то... зато здесь очень много паркинга, понимаешь, здесь нет проблем. Здесь каждый подъехал и поставил себе машину. Это да. Нету, хочешь зелени, выйди за дом, там тебе будет огромное, огромное поле. Огромные... Я так понимаю, тоже иду, смотрю, я так понимаю, что понятие мусорка около подъезда, это чисто такая вот наша тема. Да. То есть, что в Турции я не видел нигде. А ну, давай здесь? Покажем мусорки здесь, здесь. Что есть мусорки, вон на столбе. Здесь тоже я не видел. Вот, пожалуйста, вон там маленькие такие. Вот, нет, видишь, на столбе. Вот, нет, вот на столбе, видишь, висит мусор? А, вот. Да, извиняюсь. Пакетик. Да. Нет, вот, здесь вон желтые мусорники, извиняюсь, вот. Да, вот, просто ты, не, ну, видимо, не обращал внимания. А, у нас же внутри подъезда у нас есть еще. Да. Тоже. А, так, живем. Поживаем. Я уже всеми мыслями, я уже всеми мыслями дома. Как бы для кого-то это дом родной, понимаешь, для кого-то это родина. Как наши там районы, да? Здесь люди живут у себя дома. Мы, конечно, здесь вынужденно жили. Ну, еще и не в самом плохом. Между прочим, у нас нормально огороженный. Слушай, ну, поставили самый... галочку. Пожили в Румынии, знаешь, вот, да. Ну, а что там? Пожили в Молдавии, пожили в Румынии. То есть, ну, немного, но пожили. Да, интересно. Были, интересно, опыт есть, можем поделиться. То есть, знаешь, знаем, сравниваем, ищем. А что мы ищем? Мы ничего не ищем. Мы ищем там, где нам будет хорошо, комфортно. Сейчас вернемся в Турцию. В Турции покажется нам или хорошо, или лучше, или хуже. Не знаю, я последний раз вообще, когда была, не хотела уезжать. Ну, да. Ну, просто говорю, покажется или лучше, или хуже. Ага. Будет понимание, будет сравнение. То есть, ну, как бы, а что? Так мы заканчиваем сегодняшний блог, видите, как вечерней прогулкой и небольшой болталкой. Просто мы с Сережей общаемся с вами, в общем, все вместе. Ты не находи на меня. А ты же меня тоже одного не снимай. Мы же с тобой вдвоем, в конце концов, ну, идем. Значит, сделать так, чтобы было видно на двоих. Я же чувствую. Вечером на этой камере. Так разверни телефон. Так как, а что я буду видеть, что я там снимаю? Себя. Вот чудак-человек. Откуда я знаю, что я там буду снимать? Чудак-человек. Да. Тоже мой опасаюсь. Хотел сегодня войти, да? Выход. Ну что, я даже здесь не стал заморачиваться учить, как вход, как выход. Вот не стал заморачиваться. Интрары. Интрары, какая разница. Да, главное, знаешь, как турецкий, по-турецки, вход и выход. Как по-турецки, выход и вход. Чикиш. Чикиш дукуш. Я начинаю забывать уже некоторые турецкие слова. Ну что, сейчас скоро быстренько все восполним. Качество не очень, ну ничего, потерпите. Техника Apple еще не дошла до этого. Когда будет 18-й айфон, там, наверное, будет все. 21-й. Голограммы вылазить будут с экрана. Ничего не будет. Успокойся, они уже должны были вылезти давно. Черт, сейчас идем. Вот сейчас хорошо. Иди задом. Спиной иди, я тебя буду снимать. Будет сзади тот сигнал одни. Я скажу тебе, я все вижу. Иди тоже, ты как вариант проходки спиной. Ладно, друзья, все. Вы же знаете, как это. Сережа говорит, хватит уже мучить наших зрителей. Лето скоро закончится. Ты что идешь там, дерево? Видишь, нормально? Я иду, но вижу куда. Ты знаешь, я не настолько плохо вижу, чтобы в дерево войти. Что ты щемишься на парковку, я не понимаю. Я иду, чтобы свет на тебя правильно падал. Вот сейчас ты, знаешь, похож на голова и два уха светящихся. Я же выставляю свет еще, чтобы свет нормально выставляю был. Выставляю свет. Глуши ваши телекамеры. Так, все, друзья, сейчас мы с Сережей до чего-нибудь договоримся, что еще и поругаемся. Знаете, все начинаем со здравия, заканчиваем, как всегда. Все, пока. Доброй ночи. До завтра. Сережина фирменная, да. Сережа Кузнец вам посылает огненный поцелуй.